Ну вот. И, короче, я взяла там такую штуку. Так, стоп. Это... А что происходит? Пап, что ты делаешь? Яйца крашу. Скоро ж Пасха. Пасха вообще-то на носу. Крашу яйца. Изолентой? Изолентой. Так краски же надо. А краски нет. Нет краски. А ты где взял такую изоленту? Кто у вас папа? Электрик. Молодцы. Папа у вас электрик. Поэтому изоленты у каждого электрика дохерища. А вот я сижу и крашу яйца изолентой. Чудно. Можно мы тебе поможем? Можно, только аккуратно не разбейте. Нам потом ими еще драться этими яйцами. Ну, в принципе, в изоленте это нормально будет. Подожди, папа, ты же говорил, что изолента должна быть черная. Вот она черная. Вот. Видишь, я черной изолентой крашу. А почему у меня тогда синяя? А ты, у меня какая-то вообще. Ты, и вот красная ты, какая-то. Короче, вот... вы будете мне помогать яйца красить или нет? Да поможем. Да, только ну, конец так давайте. Найти, не понимаю. Я нашла конец. А я и конец не могу найти.